обзоры, репортажи, звукозапись и продвижение в соцсетях. Ивантеевский молодежный центр представлен во всех медиасферах. Планов много, однако рук не хватает. В активе центра 10 человек. Да и те заканчивают школу или учатся в университете. Мне очень хочется, чтобы актив в ММЦ рос так же, как актив растет в других волонтерских движениях, чтобы ребята подросли и учили следующих. На своем примере показывали. Знакомиться с деятельностью медиа-центра ученики всех школ города с 8 по 10 классы. Даша давно хотела научиться снимать. Она занимается музыкой и мечтает о своем музыкальном канале. Со школы действительно трудно будет, потому что сейчас, ну, хоть даже в 8 классе уже идут подготовки к экзамену. Вот, но, думаю, мне хватит времени. После вводной части школьники делятся на две группы по интересам. Одни слушают лекцию об азах видеосъемки, другие учатся писать интересные тексты для соцсетей. Своими знаниями с ними делятся старички медиа-центра. Они надеются, что привлекут в свои ряды достойную смену. Ребят, которые поднимут имя Ивантеевского ММЦ на новый уровень.